Сегодня будем обрабатывать достаточно старую квартиру. Здесь раньше жила бабушка. Сейчас примерно полгода тут уже никто не живет. Квартира находится в старом доме. В этом доме я уже производил обработку. И по словам жильцов этого подъезда, весь подъезд заражен клопами. Это кровать, на которой раньше спала бабушка. Здесь мы видим очень много матрасов. Также в квартире очень много моли. Поэтому дезинсекция здесь будет производиться по двум типам насекомых. Клопы и моль. Моли много даже на кухне. И сразу же обращаю внимание на вентиляцию в туалете, в ванной и на кухне. Ставьте либо современные вентиляции с мелкоячеистой сеткой, либо просто хотя бы наклейте марлю или москитную сетку для того, чтобы насекомые не мигрировали к вам по вентиляции от других соседей. Этот диван только недавно занесли в зараженную квартиру, несколько буквально дней назад. И вот что здесь мы видим. Клопы уже приползли на него. Хотя еще раз обращу внимание, полгода здесь никто не жил. Также обязательно старайтесь, чтобы обои всегда были плотно приклеены. В сундуке мы видим изрисовано мелком. Скорее всего, еще боролись и с тараканами предыдущие владельцы. Поэтому при дезинсекции используйте только проверенные фирмы, которые используют качественные, сертифицированные, разрешенные для применения в нашей стране препараты. А некоторые некачественные фирмы используют порой даже китайские препараты, заказанные на китайских сайтах. Подумайте о своем здоровье и берегите свое здоровье, а также здоровье своих близких. На все свои услуги мы всегда предоставляем гарантию. Компания Мир ДЭС. Работаем для вас.